9 сентября состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Видновского троллейбусного парка. Первой поздравила собравшихся руководитель предприятия Ольга Киндина. Юбилей предприятию надо воспринимать как юбилей каждого из нас. Это как мое день рождения, как день рождения ваше. Но только нам всем сегодня 20 лет. 20 лет нашему труду на благо нашего города. 20 лет ежедневного вкладывания всех своих ресурсов в жизнь этого парка. Каждый день сотрудники троллейбусного парка вносят большой вклад в развитие городского транспорта. Работников предприятия поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Я хотел бы, чтобы наше предприятие, предприятие нашего муниципалитета сохранило свою мощь, свою историю до тех пор, пока это будет необходимо. А транспорт – это источник жизни, источник движения, источник доставки, он будет необходим всегда. 20 лет назад в нашем городе начали работу первые троллейбусы. Сейчас на линию выходят 15 единиц этого транспорта, которые ежедневно перевозят около 8 тысяч пассажиров по 4 маршрутам. На предприятии трудятся 128 человек. Все троллейбусы укомплектованы навигационной системой контроля за движением на линии, что позволяет диспетчерам оперативно принимать решения в случае с заторами на дорогах и аварийными ситуациями. В 2016 году для безопасности пассажиров заработала система регистрации и видеонаблюдения. Почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками были награждены на праздничном мероприятии сотрудники автотранспортного учреждения. Среди них водитель троллейбуса Ольга Дзюба. У меня два первых рейса, выезжаю по 4-му маршруту, затем я перехожу на 1-й маршрут и обслуживаю 1-й маршрут. Улица Заводская, Советская, проспект Ленинского комсомола. Мастер производства Анатолий Иванов работает с самого основания Видновского троллейбусного парка. Отмечает, что на предприятии очень дружный коллектив, а это всегда залог успешной работы. Есть руководство, которое помогает нам, выбивает запчасти, выбивает все. И директор помогает, и главный инженер помогает нам. Ну, обид нет, ничего нету. Все вовремя поставляют. Мое главное дело сделать троллейбус и выпустить на линию. С каждым годом совершенствуется и обслуживающий парк технологии. Появилась современная мойка, которая помогает поддерживать чистоту троллейбусов. В период пандемии она сыграла огромную роль в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что в Видном этот экологически чистый вид транспорта не теряет своей актуальности и популярен среди жителей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.